куда дошли, куда дошли мы с нашим знанием? Мне кажется, мир стоит на голове, вокруг одни войны и смятения. Человечество уже почти на дне. От пустого бессилия и отчаяния я поднимаю мой взор к тебе. Бог говорит, сейчас время, когда все придут ко мне. Ты есть я есть ты. В этой истине расслабленно стоим. Мы с верой открываем канал для твоей славы. Твое царство на земле мы утвердим. Ты есть я есть ты. В этой истине расслабленно стоим. Мы с верой открываем канал для твоей славы. Твое царство на земле мы утвердим. Из нашей слабости теперь будет сила. Наш страх переходит на врагов. Они сами попадают в свои сети, мы же вырываемся из их оков. Господь Иисус завершает свое тело, каждый орган начинает жить. И так мир вскоре будет преображен, видя нашу веру, Бог это совершит. Ты есть я есть ты. В этой истине расслабленно стоим. Обман и страх срываем. Теперь провозглашаем, что наше небо от врага освободит. Ты есть я есть ты. В этой истине расслабленно стоим. Обман и страх срываем. Теперь провозглашаем, что наше небо от врага освободит. Я ухватываю слово, ибо только в тебе покой. Я чувствую это всем своим сердцем и отдаюсь тебе с головой. И теперь я живу по-другому, закрывая все двери врагу. Ты один есть и в тебе я все могу. И на мир я смотрю по-другому, начинаю провозглашать, что враги упадут в эту яму, какую нам они стали копать. Я хочу фокусировать слово, мантрах его повторять. Падет Вавилон, и сам дьявол скованный будет лежать. Господь освободит нас, Господь освободит нас.